Если мы рассуждаем об Академии наук, мы должны понимать, что это своего рода государство в государстве. Вроде как структура абсолютно независима от государства, с другой стороны, финансируемая за счет бюджета. Дело в том, что я как юрист четко знаю, что речь идет о управлении имуществом, о том, что государственные структуры и не только государственная структура, все те, кто пытаются с наукой сотрудничать, понимают, что там идет коррупционная составляющая просто невиданных масштабов, включая сдачу в аренду объектов Академии наук. Те, которые должны приносить результат науки, они приносят результат совершенно в другой области, в торговле, в офисах и тому подобное. Дело в том, что я поддерживаю систему, которую создает сегодня Министерство образования и правительство, о создании нового агентства, которое будет контролировать все имущество Российской Академии наук и не позволять сдавать в аренду коммерческим структурам, а использовать только в целях научных. Я считаю, что это абсолютно полезная вещь, потому что предыдущее руководство Академии наук, я не буду говорить там, включая там всех их родственников, использовали это имущество в своих корыстных целях, получая за это квартиры, откаты и тому подобное. Когда мы говорим о изменении вообще возраста академиков, я думаю, что это не дело государства или кого-то другого, кто не понимает что-то в науке, советовать то ли 90-летний должен быть ученый, то ли 30-летний ученый. Потому что критерии оценки вот в таком обществе научном, они, в общем-то, совершенно для обычного человека, для обывателя непонятны. Но можно вспомнить историю с квантовыми физиками. Когда они разрабатывали теорию квантовой физики, то тот же самый Нильс Бор, то все над ними смеялись, говорили, занимаются какой-то ерундой. Поэтому, я думаю, чиновник вряд ли сможет наукой управлять, но внутреннее сообщество, вот такое клановое сообщество, внутри себя понимающее, кто из них важнее, кто ценнее, кто нужнее, я думаю, что они сами разберутся. А вот что касается имущества, к сожалению, опыт показывает, что имущество у нее распоряжается из рук вон плохо и коррупционно.